Я знаю, что мне повезет. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас здесь, на телеканале «Самара ГИС». Сегодня пятница, время 20:55, а это значит, мы сейчас будем подводить итоги нашего розыгрыша. Конкурс каждый день проводится в социальных сетях, в группе телеканала «Самара ГИС» ВКонтакте. Если вы еще не там, если вас там до сих пор нет, ну, очень жаль, давайте исправляйте быстрее эту ситуацию. Вступайте, активно принимайте участие в жизни телеканала. Тем более, в этом году нам 10 лет, а поэтому впереди грандиозные планы, грандиозные акции, конкурсы, розыгрыши. Дерзайте, друзья. Мы же будем подводить прямо сейчас итоги нашего конкурса о розыгрыше пригласительных билетов. Вот держу, вы видите, у меня не два, а целых три. Вот так сюрприз пригласительных билетов на выступление замечательного театра танцев «Казаки России» 24 апреля в филармонии. И мы будем разыгрывать три билета, а не два. Вот, я думаю, хороший, замечательный сюрприз. Ну что, в руках у меня мешочек. Для того, чтобы принять участие в нашем конкурсе, не забывайте вступать в группу телеканала «Самара ГИС», оставлять свой комментарий с порядковым номером, делать репост, ну и, конечно же, ждать подведения итогов. Итак, мешочек, в нем 90 бочонков, не больше, поэтому всего лишь 90 комментариев мы принимаем. Итак, номер, который сейчас будет вытащен мною первым, и это будет номер 37, друзья, это номер 37. Вас поздравляю. Еще один номер, сейчас запускаю свою, надеюсь, счастливую правую руку, и это номер 78. И еще один номер, который сейчас, я надеюсь, принесет радостные эмоции нашему зрителю. Это будет номер 41, друзья, номер 41. Итак, повторю, 78, 37 и 41. Вы отправляетесь на замечательное выступление театра танцев «Казаки России». Ну, а если вам не повезло сегодня, не отчаивайтесь. Главное верить, главное ждать и надеяться. Делать все правильно. Вступайте в нашу группу. Адрес вы видите на экране. Я знаю, что вам повезет. Хороших выходных. Увидимся уже в понедельник. До встречи.